моего дома нет. Мой... наши дома. Я даже не могу говорить. Мой муж тоже не мог выбраться, его пришлось спасать, потому что не было доступа к выходу. Так что, как только вы окажетесь в этом доме, вы не сможете выбраться. Мы выпрыгнули из окна и добрались до соседского дома. Экстремальный и беспрецедентный дождь обернулся трагедией для жителей города Окленд в Новой Зеландии. На конец января 2023 года в городе зафиксированы самые дождливые дни в его истории, которые вызвали мощное наводнение. Его масштабы подчеркивает гибель по меньшей мере 4 человек и небывалые затопления. 27 января стал самым дождливым днем в городе за всю историю наблюдений. За один день выпало около 240 мм осадков, что соответствует количеству осадков за все лето. Бурное течение уносило автомобили, потоки воды с гор размывали склоны холмов. Из-за этого некоторые здания оказались на краю пропасти. Из-за случившегося людям пришлось покинуть свое жилье и опасные территории. Здесь была полиция. Он был просто ошеломлен. Он сказал: «Я никогда не видел ничего подобного». Жилье сейчас – это небезопасность для детей, как раньше. Это дешевая посудина. В наши дни. Вода поднялась на уровень мебели. Диван плавал, холодильник плавал. Мы потеряли все.